Сегодня в Уфе проходит межрегиональный форум по популяризации лучших практик в социальном предпринимательстве. Ежегодное мероприятие проводится на площадке выставочного комплекса «Экспо». Представители бизнеса, органов исполнительной власти, общественных организаций, а также ведущие эксперты в области социального бизнеса обсуждают актуальные проблемы отрасли и делятся передовым опытом. В рамках форума проходят семинары, мастер-классы, сессии и акселераторы. На дискуссионных площадках обсудили перспективы развития социальной сферы. Так, эксперты отмечают, что социальный предприниматели могут освоить новые для себя ниши. Те сферы, которые сейчас на слуху, туда социальные предприниматели побаиваются идти. К примеру, это сферы, связанные с IT-сектором, это сферы, связанные с креативными индустриями. Есть стереотип, что это не совсем социальное предпринимательство. Или, к примеру, внутренний туризм. Но нужно понимать, что те компетенции, которые есть у социальных предпринимателей, это их харизма, их эмпатия, их гибкость и новые решения, которые могут предложить, они востребованы сейчас вот именно в этих секторах. Поэтому это вот клондайк для них, если можно так сказать. На площадке форума работает зона консультации, открытые лектории. Социальные предприниматели могут получить ответы на вопросы об обработке и защите персональных данных, об учету и налогообложению, развитию личного бренда и другим темам. Организована экспозиция мастеров-ремесленников, где представители малого бизнеса продемонстрировали свои изделия.